Здорово! С вами опять Трэш, и это обзоры от mob.org. В сегодняшнем выпуске вы увидите... Восстание машин! Философскую головоломку! И лысого киллера! Поехали! Помогите Джону Коннору спасти человечество в официальной игре, основанной на новом фильме «Терминатор Генезис». Вам предстоит сбежать из лагеря для заключенных, контролируемого Скайнет, чтобы дать последний бой машинам в этом эпическом научно-фантастическом шутере. Вступай в ряды сопротивления, пройди 100 миссий кампании и уничтожь Скайнет, если еще не все потеряно и твой девайс тебе это позволит. The Talos Principle — это потрясающая философская головоломка, наполненная загадками и тайнами. Погрузись в историю человечности, технологиях и цивилизации. Ищи подсказки, строй теории, но будь осторожен собственным выбором. Пробудившись от глубокого сна, ты оказываешься в странном диковинном мире, полном древних руин и сложных машин. Кто ты? Зачем ты здесь? И в чем смысл твоего существования? В The Talos Principle тебя ждет потрясающая графика, увлекательная головоломка, море философии, дроны, лазеры, секреты и даже манипуляции со временем. Пройди все испытания, чтобы узнать ответы на терзающие вопросы. 47-й вернулся, ведь поступил новый заказ. Hitman Sniper — это, как нетрудно догадаться, симулятор снайпера, действие которого разворачивается в живописной Черногории. Получив новый контракт от агентства, ты отправляешься на задание, цель которого — найти и ликвидировать главарей криминального мира. Тебе предстоит пройти 150 миссий, которые проходят на одной локации. Но несмотря на это, в игре обилие разнообразия. В Hitman Sniper десятки винтовок, сотни возможностей прохождения и тысячи способов ликвидации. И не смотри на то, что это тир. Это лучший тир на сегодняшний день. А на этом у меня все. Ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. А по этим ссылкам можешь посмотреть наши предыдущие обзоры. Это был обзор от mob.org, и я Трэш. До встречи!